Этим утром едва не обернулась трагедией дорога до школы для двух девушек. По словам очевидцев, неизвестный в маске и перчатках с разницей в несколько десятков минут напал на учениц 75-й и 71-й школ. Начал душить. Это заметили проходившие мимо рязанцы, и девочек удалось отбить. Несмотря на то, что нападавший скрылся, полицейским его удалось задержать весьма оперативно. Сегодня в полицию поступило сообщение, что в Октябрьском районе города Рязани неизвестный совершил противоправные действия в отношении двух девочек, учащихся средней школы номер 75. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела МВД России по Октябрьскому району по горячим следам задержали 16-летнего учащегося одной из школ города Рязани. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Зеленый бомбер, темно-синие джинсы, строительные перчатки, черные ботинки, медицинская маска. Таким он предстал на камерах видеонаблюдения. Маскировка, впрочем, не помогла. Рязанцы оказались бдительными и, по их описаниям, так называемого маньяка скрутили. По некоторым данным, им оказался 16-летний школьник, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Видел, что очень много полиции было. Полицейские машины были с утра здесь. Вот. А так вот, чтобы воочию увидеть, нет. Слышал. И слышал, что вот в нашем магазине, вот тут около Сбербанка, женщина, у них родительский чат 75-й школы. Сказали, что поймали мальчишку, ученик 9 класса, какой школы неизвестно, состоит на учете в психушке. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе и причастность нападавшего к другим преступлениям. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».